Итак, тема «Отпускать». Очень часто с этой темой связаны такие энергии, как страх, незнание своей дороги, незнание своего пути. Задумайтесь, почему вам страшно отпускать какую-то ситуацию, которая вам не приносит успеха, не ведет вас по своему пути. Правильно, у вас встают энергии, вы боитесь что-то менять. Страх изменения – это колоссальнейшая энергия в нас, которая тормозит нас на всем нашем пути, не дает нам каких-то возможностей, не дает нам ясного видения, закрывает многие варианты, которые могли бы быть. Страх изменения. Мы привыкли, мы очень часто, мы не привыкли, не все, конечно, но мы очень часто, как это сказать, мы очень часто привыкаем к удобству ситуации, и что-либо менять в этой ситуации, вылезти из этой ситуации, нам становится сложнее и сложнее. Надо брать хороший пример с наших детей. Они делают это очень просто. Прошла ситуация, они ее забыли, выбросили, и уже о ней не помнят. Нужно что-то оставить. Ребенок не задумывается. У него есть энергетический канал, информационный канал, который ему говорит, ты найдешь что-то новое, более интересное. Очень часто на физике мы представляем собой вот такое животное, которое мертвой хваткой держится за ветку прошедших ситуаций, за ветку прошедших отношений, просто за ветку прошлого. И, ну, правильно, он боится упасть, в неизвестность. А очень часто высший мир требует от нас сначала мы должны что-то отпустить, а потом нам уже подадут что-то новое. Так очень часто было со мной. Я говорю о реально практических вещах, где мне приходилось отпускать какие-то вещи. И чтобы просто приходило новое. То есть наша энергетическая комната, если она заполнена всевозможными вещами, знаниями, отношениями. Если она заполнена такой энергией, то куда же может прийти новый энергетический поток, новые люди, новая энергетическая информация, новые возможности, новые реалии. Энергетике нужно место,